Привет, с вами Илья, это игра «День и наша охота за интересными мобильными игрушками». Сегодня мы посмотрим на интересную игруху, где задача — это победить вирус, успеть купить продукты в магазине и все в этом формате. Короче, гоу-лайк в поддержку видоса, и мы начинаем. Поехали! Игра называется We Should Buy Everything, и здесь задача играющего — это совершать покупки в супермаркете, и как вы понимаете, эта задача максимально будет сложная. Ну, думаю, это уже понятно в связи с последними событиями, и как раз-таки здесь мы будем стараться купить покупки. В игре мы должны за ограниченное время собрать как можно больше товаров, которые лежат на полочках, в нашу корзинку, и пройти на кассу, чтобы все оплатить, и тем самым мы получим игровые очки. На самом деле звучит просто, но тут вся проблема в том, что магазин вот-вот закроется, так что делать все нужно максимально быстро и при этом аккуратно. Тут еще вот этот вирус ходит по магазину, который, конечно же, нужно избегать, и если он нас все-таки заденет, то все придется начинать заново. Таким образом, мы собираем товары, покупаем все это дело, получаем игровую валюту за успешное прохождение и далее апгрейдим нашего героя. Тут мы можем купить другие более удобные коляски для продуктов, а также прокачать свои способности, скорость и многое другое. Это мы делаем уже перед тем, как пойти в магазин и с более крутыми силами собираем новые продукты. Также тут есть бонусы, мы можем их тоже подобрать, допустим, тот же самый магнит, который протягивает продукты и упрощает нашу задачу, или маску, которая защищает нас от вируса. В общем, игра весьма интересная, она способна затянуть, и на самом деле выглядит она визуально тоже очень приятно и цепляет именно своей сложностью. Тут реально сложно все это собрать, у меня получилось, по-моему, с третьей или с четвертой попытки хотя бы что-то утащить уже на кассу, ну а далее, конечно же, можно приноровиться и уже много продуктов собирать. В общем, советую вам тоже попробовать, ссылку оставлю в описании, поэтому если вы ищете хороший таймкиллер, то вот новый интересный проект. Ну а так, будем заканчивать на сегодня, увидимся уже в будущих видосах, так что будем на связи. До встречи, пока.